чем эти мальчишки, а также гости сегодняшней нашей встречи. Ребята, вы все прошли небольшие испытания. Игровые уголки в фойе первого этажа. Вы знаете, что нужно делать, чтобы быть здоровым. Составляли кроссворд здоровья. Знаете вредные привычки и способы избавления от них. Это конкурс «Заморочки из бочки». Вы в отличной физической форме, потому что отлично справились с упражнениями в спортивном уголке. Мы рады видеть вас в этом зале. А это значит, что мы с вами в одной команде за здоровый образ жизни. Ребята, а как вы думаете, что такое здоровый образ жизни? Отвечайте. Жизни. Вся наша жизнь – это территория здоровья. Хорошее здоровье – это основа долгой, счастливой и полноценной жизни. Здоровый образ жизни – путь к долголетию. Ребята, а что такое наркомания? Выкрикивайте. Люди могут смотреть на одно и то же, но видеть это по-разному. Число наркоманов на земном шаре – 1 000 000 человек. Употребляющие наркотики внутривенно подвергают себя риску заражения ВИЧ. Опасные заблуждения – и что мы думаем о наркотиках? Наркотики отнимают будущее. Такова наркомания, она забирает жизни лучших. Это тупик. Певец Марат Насыров умер от передозировки наркотиков. И вашему вниманию предлагается песня «Наркотик, прочь ты уходи» в исполнении Волобуевой Насти, Кузнецовой Марины и Ломакиной Ангелины. Театральная студия «Дебют», педагог Дронова Галина Федосеева. Встречайте!